Давай поиграем, Алоха, дорогие друзья, меня зовут Павел Слонов, я рад вас видеть, напротив меня игра Vanquish. Да, я все расскажу, давно не виделись, давно я ничего не записывал, не играл, не снимал, хотя все это время и играл, и снимал, и работал, в общем, много событий произошло. Что такое Vanquish? Для начала, к теме сегодняшнего дня. Vanquish — это слэшер, по заверениям одних уважаемых людей, один из лучших слэшеров в принципе. Vanquish — игра от Platinum Games, поэтому, в принципе, заявка на такое место в рейтинге вполне обоснована. Так что заценим, посмотрим прямо сейчас. Перевод выполнен независимой студией Siberian Studio. Неофициальный перевод, вроде как русский, только текст, языка нету. Ну ладно, что бывает. Потом поехали, посмотрим, поглядим. Игра новая. Ну что, простецкий. Это уровень сложности, якобы. Трудный, обычный, простецкий, простецкий авто. Авто что? Что авто? Ну давай авто. Vanquish. Чисто в японском стиле начало. Сэм, как выглядят твои индикаторы? Выглядят хорошо. Оставлены слегка безвкусно. Хорошо, давай продолжим проверку работоспособности. Кто все эти люди, чего они хотят от меня? Начинаем с отладки системы электрооптического прицеливания. Сэм, я выведу виртуальные цели, попытайся отследить их взглядом. Окей. Цель, поместите мишень в центр своего экрана. Ну, вот это здесь чувствительность, одну секундочку. Мне кажется, ли игра не проседает по FPS-у или проседает по FPS-у? Да не знаю, что-то работает в обратном направлении. Или я настрою датчики глазного нерва? Не-не-не-не-не-не-не, настройки... Не, обратно мне не надо инвертировать. Знаешь, это реально напрягает. Ребят, сколько еще раз вы стараетесь мне это делать? Гидеон, важно, чтобы у вас были исходные данные. То, что ты можешь прочитать руководство, не значит, что ты знаешь, что делать, по-моему, там было написано. Открыть руководство боя для костюма. Тип управления. Японская игра, все, собрались, все нормально. Часы есть мыши. Так часы есть нормально, просто ее закидывать куда-то. Она как будто подтормозит. Но это игра. Стройки мне паузу, окей. Верно, вам известно, что я знаю, что делаю. Какой план на сегодняшнее испытание? Не успел прочитать. Слушай, я знаю, что ты торопишься пойти в бар, нам нужно многое проверить. Передаю тебе полное управление. Спасибо, пора бы уже. Хотя, что, непонятно? Че? Уснул. Типа я прошел. Да, перемещение. Продолжай предоставь нам параметры основных вращательных движений. Переместись в точке, отмеченной на экране. Не, ну сейчас оно выглядит пободрее. Очень напоминает этот Metal Gear Rising. Так, что ты хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я движение... Окей. Ну сейчас... А, мне надо в эти... Ну, гениально, мне же надо в точке. Ну, что за светящиеся штуки? Окей, укрытие — это хорошо. Перепрыгнул. Он взлетел. И что ты хочешь? А, да, еще надо сбегать. Ладно. Можно быстрее бегать. Ну, дубовенько, конечно. Ну, в принципе, сильно. Скелетные силовые проводы работают нормально, приводы. Нам нужно получить предел ускорения, запусти его, тогда будешь готов. Перевести использовать функцию ускорения костюма. А, по кругу пробежать. Вау. Вау. Вот это неплохо. Перегрев. Это максимальная мощность при нашей текущей схеме реактора. Круто. Охладительная система костюма не может справиться с такой мощностью. Это приводит к временной потере производительности, особенно в скелетных приводах. Я теряю около 30% подвижности. Понятно, я замедляю. 30% в рамках целевого нашего проекта. Елена, давай идем до того, как Фрэнк прочитает проект главу стихии.
Это была шутка. Ладно. Так, оружие, тактика. Окей. Система ведения огня. Продолжаем испытание. Не успел ничего сказать. Вас поняла. Запускаю виртуальную цель. Стрелять по целям. Блин, я просто надеялся, что какой-то момент, чтобы можно было поговорить, но нет. Вау. Да, кстати, я играю на ПК. Это, я не знаю, проверим систему захвата цели. Куда? Окей. А, автоприцеливание, наверное. У меня сейчас... Я когда нажимаю прицел, у меня в голову сводится сразу. Ну, нормально. Я как бы... Тут хардкор как бы мне не нужен-то. А что, только в одну сторону стреляем, да? Дульный тормоз исправлен, работает без нареканий. Вы не можете еще уменьшить отдачу? Сэм, твое уже не совсем обычное. Знаю. Меняю режим Пэла, попробую стрелять чем-нибудь другим. Сменить оружие. Но в руке пересобирается, серьезно? Мы еще работаем над увеличением количества форм, хранимых в памяти. Вау. Ты не можешь просто отсканировать, что попало. Как говорит, иди и включи сканер. Так, а по ним пострелять можно перед тем, поднять или сменить оружие? Я его пострелять хочу. Так, подожди, окей. Это дробовик, да? А, то есть я могу прям на бегу сначала... А, да, это пуль... Так, это пулемет, судя по размеру. Это винтовка. Это дробовик. Немножко странный выбор, ну ладно. Так, отсканить оружие, записать его в память системы PAL для использования в будущем. На зажатие... Так, это поменять оружие. Так, дробовики я не люблю, поэтому выберем. Смена оружия заменит имеющийся на момент. Поднять такое же оружие, по-моему, ваши боеприпасы. Окей. Так, и чё? Лучше, кстати, и не квипить, не экипирован. Что за... что? Пила. Окей. Неплохо, но что еще есть? Минутомет. Вау. А. Взять чип улучшения. Чип улучшения. Повышает скорость захвата цели. А, гранатомет не захватывает цель. Гениально. Поднять чип улучшения. Улучшит текущее оружие с помощью системы ПЭЛ, повысить его эффективность разными способами. Понять того же оружия, которое уже имеет полный боезапас, позволит вам продолжить улучшать данное оружие. Эта штука считывает даже царапины. ПЭЛ можно лишь повторить существующие, даже недостатки. Теперь проверим подсумок для гранат. Сколько гранатов? Между гранатами смейте гранат. Хороший бросок. Данная игра эффективна против больших групп врагов и врагов почти закрутим. Окей. А как тип гранат сменил? Ты чё? Оу, хорошо. Электромагнитный излучатель на короткое время выводит из строя свою мишень, обездвиживая ее. Окей, а поговорить мне дадут? В общем, короче, Vanquish — это переиздание на ПК, точнее ПК, а как они перенесли? До этого игра была только на консолях, и вот она в Стиме вышла. Уже, блин, по-моему, в 2017 году. И может дальше раньше. Так, ближний бой. Нам нужно получить данные о предельной нагрузке на приводы. Выпускаю цель для проверки силы твоего удара. Наши друзья в Пентагоне были рады предоставить нам совершенно новое оборудование, электромагнитную броню. Сам удар по ней с любой силой. Носить удар кулаком и разрушить электромагнитную преграду. Пехотинец. Я могу к ней прижаться. Подтверждаю электромагнитную реакцию. Сэм, дай электромагнитному двигателю вырабатывающую энергию для удара секунду, чтобы остыть. Получается, мы не можем бить часто, да? Давай удар еще раз. Нанеси удар кулаком, разрушишь электромагнитную преграду. Ничто не стоит со старым раз-два. Сэм, похоже, у тебя еще порох прохладится. А кто не писит, что это за люди? Ну ладно. Они выглядят внешне как Metal Gear Rising. Вот прям один-один. Revengeance. Так. А, так он двумя кулаками бьет. Сейчас, а где у меня перегрев? Он внизу, окей. Что, ну, шифты он, конечно, интересно. Все, нормально. С
сразу, ближний бой зависит от оружия в ваших руках. Каждое есть свои недостоинства, поэтому пробуйте разные, чтобы найти наиболее подходящий для этого. Да, перегревается он сразу, это не очень. А походу лагает только в этом меню, или не лагает, или это вообще так все сделано. Режим УР. УР. Сэм, мы взяли измерение симпатической нервной системы твоего мозга и настроили синаптические излучения костюма, чтобы усилить твою реакцию во время боя. Это не делает прогулку весь день с электроидом было приятными. Я даже читать не могу, не успеваю. Небольшая цена за повышение работы синапсов во время опасного боя или полета. Прекратите спорить, как вчерашний выпускник МТ. Куча японских названий. Давайте продолжим испытание костюма. Сэм, дай знать, когда будешь готов. Дарпа. Сейчас тренировка в режиме УР. Да. Я как бы и так сюда... Они уже стреляют, а что делать? Просто... Так это... Так... Ага. Ага. Ну окей, я стрелять не мог. Получение тяжкого урона автоматически включает режим УР. Пока ваш костюм не перегреется, позволяя вам отреагировать на неминуемую угрозу. Я закончил внедрение ручного переключателя системы, который ты просил. Система автоматически заблокируется, если показатели твоих гормонов примут опасное значение из-за длительного использования. Ручную использовать... Так, во время уклонения... Чё? Ух ты, ух ты! Чё-то немножко сложно. Так, подожди, я делаю перекат, зажимаю... Ага, и потом отпускаю, он... Вы предлагаете мне за один ур, что ли, это все сделать? Все раскинуть? Ну так неплохо, чё. Нормально. Режим ур позволяет вам предупреждать удары, например, ракетные. Однако данный режим, как и ускорение, перегревает ваш костюм. Да понятно. Тут все перегревает костюм. Один день в дарпа. Когда чука пришел? А, ну я все прошел, да. Покинуть обучение. Да, можно рассказать, что здесь? Отлично, думаю, достаточно испытаний на сегодня. Молодец, Сэм. После этой тренировки мне захотелось кушать. Елена, хочешь что-нибудь? Ну ты, блин, чисто этот персонаж из Metal Gear Rising, блин. Прям ладно. Так, сюжет. О, Platinum Games. Как японцы любят Европу. Директор Шинджи Миками. Продюсер Цуши Инаба. Ладно, остальных прощайте сами, я думаю. Хм. Какой-то Гандам сейчас будет. А испытания в городе проводить уже можно, да? А, это не в городе, ладно. Тогда вопросов нет. Я не думаю, что эта штука... повысить интеллект и выносливость людей в данном регионе. О, слушай, она мне все-таки разрушение нам приносит. На каком радиусе оно действует-то? Это похоже на Сан-Франциско, судя по мосту и по карте.
Почему-то я вспомнил, да, Сан-Франциско, город в стиле диско. Вот. Просто больной на голову, что с меня взять. Это Альберт Вескер. Орден «Русская звезда» приветствует вас на торжественном открытии нового российского государства. Кто бы сомневался, русский. Теперь лишь мои приказы имеют законную силу в России. Чистый блондин русский. Через 10 часов мы вновь используемся нашей новообретенной силы. Существует только один способ предотвратить разрушение Нью-Йорка. Ваша полная безоговорочная капитуляция. Какие злые русские. Японцы обожают русских. И обожают злодеев русских. Мои соотечественники, сегодня произошла великая трагедия. Сан-Франциско никогда не будет прежним. Наши боевые потери пополнило большое число мужчин, женщин и детей. Эта утрата не оставила равнодушным ни одного американца. Тем, кто совершил этот гнусный поступок, мы твердо заявляем: мы не будем вести переговоры с тем, кто хочет нас уничтожить. Мы сильнее всех. Наша воля непоколебима. Мы победим. Он только что город стер элементарно. Да благословит нас Бог. И Соединенные Штаты Америки. Это американцы? А, это американцы, слушаю. КК-01 Провиден сейчас управляет те, кто несут ответственность за переворот в Москве. Полагаем, что операцией руководит коммуняка, известный как Зайцев. О, да. Это Сэм. Управление отправило его с нами. Мужики, у нас есть 8 часов, чтобы уберечь Нью-Йорк от участи Сан-Франциско. Будьте уверены. Мы не позволим этому случиться. Да, сэр. Сэм, не уверен, что ты заметил, но твои новые друзья не слишком тебя любят. Иванова. Оперативник управления подчиняется непосредственно президенту и министру обороны. Эти парни лишь хотят пометить свою территорию. Типичная Иванова. Хороший ракурс. Сэм, не забывай, для чего мы здесь. Почему, кстати, лагает у нее в кабине, а здесь не лагает? Здесь как больше... Просто послушайте меня. Американское правительство было предано кем-то из своих. Вы двое единственные, кому я могу доверять эту информацию. Российские военные планируют использовать микроволновый излучатель для нападения на США. Как его разработчик, я не могу допустить его использования такой гнусной цели. Вы знаете, что нужно сделать. Русские блондины все. По законам японцев. Мы вернем профессора. Это место, черт возьми. Даже этот костюм, все создано по его чертежам. Он слишком ценен, чтобы его убить. Знаю. Это та игрушка, на которой вы трудились? Ни одной царапины. Ты действительно тренировался в этой хреновине, да? Наши тренажеры очень правдоподобны. Они сделали многое на тебе, да? Мы могли бы использовать тебя как мишень управления. Как бы стреляют, да, он... Какого черта, мужик? Мы входим быстро и жестко. Всем подразделениям прибыть куда-то. Не хватило начала фразы. Может, атакуем быстро? Ну ладно. Тебе не разрешили курить на корабле. Ага, это просто... Вот как надо с курением бороться. Капитан против. Курение. Высадка. Так, сейчас какой-то Lost Planet начался пройти. Он горный отсек. Ну, погнали. Если не по оружию, так... Пулемет. А в чем разница по оружию? Надо будет испытать. Так, подожди-ка, там... Ребята, подождите меня. Так, подожди. Это shift. Прыгать он не умеет. Окей, а, ну, да, окей. Кислэшер, что ты хотел. Да, это он бегает через shift, он ездит по полной заднице.
Ладно, поехали. Ой-о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 й. А закрыть там должны быть вообще-то, да, вот такие штуки должны быть, чтобы закрывать пробоины. В космосе обычно так и делают. Сэм, тебе нужно попасть в ангар как можно скорее. Постараюсь, Елена. Не сюда? Он не умеет же прыгать. Ехать. Что это? Ладно. Окей. Я не уверен, что я быстро привыкну к этому шифту. Пока походим на ногах, а не на коленях. Так, мы сразу нападаем на Providence. Это какой-то сразу как финал выглядит. Японцы умеют начинать с финала, прям с самого сока. И, кстати, довольно мощно русские отстреливаются. А, у них тоже есть охранные корабли, окей. Мы входим быстро и жестко, как и было сказано. О, красота, как заживет. А? Ничего себе. Нормально вошел. Не лень же придумать столько техники для абсолютно нового IP. Ну и вообще сеттинг. Что и... только одна игра в этой вселенной. И тут все новое. А, ну. Че они боялись закрытых дверей, если они их просто открывают? А мы без шаттла, да, полетим? Мы просто спрыгнем. А, русские роботы. Коммунистические роботы, хорошо. А вот эти ребята, кстати, похожи на противников из коллапса украинской игры. Как будто броню им продали. Что, черт возьми, здесь происходит? Расстреливают нас, как бы. Больно. Садитесь на борт, сэр. Мы готовы вылетать. Бой. Отстреливаться не вариант, а потом вылетать. Шевелитесь, мартышки, хотите жить вечно. Отсылка к Звездному десанту. Уважаю, респект, респект, ребята. Вот это я уважаю. Обожают японцы этого Хайлайна. Блин, я забыл, Роберт же имя. Роберт Харлайн, да? Да, точно. Я себя убедил в том, что его так и зовут, да, точно. Так, ну я уже, кстати, могу так сидеть, потому что 10 минут уже ролики. Такой фильмец. Наконец-то он падает, хотя я как бы не хотел бы этого, но просто так его расстреливали усердно. Ладно. Корабль называется Морпех. Хорошее название для корабля. Русские полностью захватили это место. Да, прорыв, да. Пробитесь всем главным воротам. Сэр, мы не можем пробиться к ним так просто. Обойти вражеские позиции с фланга. Так, урон не проходит. Перезарядка, патроны. Сэм, видишь ворота слева? Да. Если ты пройдешь там, то сможешь зайти к врагам с тыла. Понял. Так, ну, мне бы снайпер какую-нибудь. Я так просто оружие тестирую, ладно, погнали. Так. А, так просто ты стреляешь, и автоматически включается замедление. О, а что? Лазерная... Так, дробовик сразу.
А, подожди, не стреляй мне, ухо. Что тут еще, бронебойный пистолет, лучше на пулемет. Да, лучше на пулемет. Не-не-не, не то, не то. Да дай мне лучше на пулемет-то. Как его взять-то? Оп. Оп! У нас, правда, уже хп не остались, кстати, хп посередине. Бронебойный пистолет. Что он зеленый? Да, они, кстати, разноцветные все. В чем фишка? Ну, ладно. Это золотая штука. Сейчас она разворачивается. Скорее. Так, 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 так. Одержать дружественные войска. Так, тут парень уходит просто от меня. Так, пушка. Пушка. Турелька. Так, кстати, автоприцеливание вообще классная тема. А где тут еще, по-моему, бот был, не? А, да, вот. Слушай, реально, автоприцеливание дикая имба, но я и не часто буду пользоваться. Ну, как бы, просто игра все-таки слэшерного типа здесь. Патроны кончились или что? У меня патроны, по-моему, кончились. Ладно. О, тут Бернс пришел, хорош. Так, подожди, так, все, патроны... Да, у него крутятся, ладно. Так, подожди-ка. Берегись, один из наших кораблей падает. А что берегись, что делать-то? Что делать-то? Бернс, а ты как бы... Понятно, это у них все написаны как морпехи. Снимите оружие. Отлично, идем туда. Вот это ствол. Так, Бернсту вставили. Бернс, ты в порядке? Ай, по спине нашему нельзя стрелять. Так, давай, я тут как самый этот активный. Ух ты. Так, пройти посадочный сектор. Так, подожди, харе, харе, харе. Я вижу, что у меня перегрев. И... Подожди-ка. Слушай, ну экшониста, экшониста. Экшониста, я скажу. Да, неплохо. Так, а что такое? На, дробовик. Чудно. Проходим. Ага, ящики помечены на карте. Кстати, да, тут столько всего происходит, что я просто не успеваю смотреть по сторонам. Ну, взяли, ладно. Кстати, грены, да, но... Так. Не забывайте использовать грены. Все, все. А это типа, ну, блин, ладно, посередине миссии, конец миссии. Время выполнения. 3 минуты. Чудно, использовал укрытие? Не использовал. Это, ага, дублируется. Окей, окей. Так, я думаю, пока хватит для старта. Я просто не уверен, что все это получится, потому что так давно ничего не записывал. Сейчас будет все это склейка-переклейка. Плейлист полным прохождением Vanquish'а будет внизу, потому что игру я всегда прохожу до конца. Если не дохожу сразу, я потом их обязательно прохожу. Все остальное, ты знаешь, что делать, все эти социофункции там... Знаешь. Все хорошего, играй в отличную игру. Увидимся, до скорого. Скоро увидимся.